Всем приветулечки, ребятулечки! Вы на канале Просто Play For You, и сегодня с нами наши любимые Викингс War of Clans. И в этом видеоролике у нас битва кланов. А также поделюсь с вами своими планами на текущую неделю, так что всем, кому интересно, присаживаемся поудобнее, берем с собой чаечек, бутербродик, либо другие вкусняшки. Обязательно прожимаем лайкосик и полетели смотреть видосик! Мазочка! Ну что, ребятулечки, начнем с битвы кланов. Как вы видели, мы разделились по мелким кланам. Кто хочет играть, тот играет. Кто не хочет, отдыхает. Мы вдвоем вместе, конечно же, с Серго. Серго вместе с Серго играем. Вот он, Бубусик ДД. У нас битва кланов. Вчера был анонсик, не успел снять для вас видосик, поэтому снимаю уже сегодня. У нас в соперниках Секси Телчен. Секси Телчен. Дойч клан, состав у них вот такой вот, Келли Нуб, 2,9 трилла, тут у нас 170 на 569, Олимпиец, ну такое, ну такое, 9, единство 9, 7 огней 6, ну короче, не очень активный игрок, не очень воюющий. Есть у нас Весна, или как правильно, я не знаю, здесь у нас 11, 9, 7 огней, 7 Сизиф. Можно и повыше, можно и поактивнее, но по статистике у нас тоже 120 на 500, так понимаю, они только занимаются, скорее всего, мирными дефами. И без своей... А, здесь вот хороший игрок, единство 15, 12, 7 огней, вот, Сизиф 9. Тролльчика надо подкачать, подделать, это вопрос времени, долгожитель неплохо. Кстати, неплохой аккаунт, вот он соперник. Что у нас по образу нету, ну вот, Мерлин. 860 на 3, статистика очень хорошая, 11 трилов максимальная мога, ну не прям вау, но тем не менее, я не видел, честно скажу, не видел. Но я смотрю, что они не очень активно играют, поэтому я немножко батончики подрасслабил. 2-1 мы побеждаем, мы забрали, что мы забрали? Мы забрали полку увеличения могущества, мы, конечно же, построили цитаделечку. А построили мы это шестую циту, но об этом я сейчас вам все покажу. Охоту на захватчиков и духов я тоже только что забрал, как вы видите. Вот все 109, там 114 я забрал, уже обновилось. Мы забрали две полки. Ну и третья полка, это вопрос лишь времени, обучалку, всего лишь 3B. Это мы на изи все заберем, когда завтра будем трениться. А завтра у нас что, ребятки? Почему стоит трениться завтра? Все правильно, завтра у нас появится анонс битвы королевств. Так что трениться нужно обязательно не во вторник, а в среду, чтобы мога было меньше, ну а потом натрениться и, конечно же, выигрывать битву королевств. Так что по планах у нас дальше битва королевств. Если вы ее затащили, там нужно дефить и атаковать ваших сопов, цитадели и многое-многое другое появится у нас. Правильно, золотые локи. Будем копать, добывать золото, затащивать ивенты, зарабатывать множество, огромное количество рунических монет, которые понадобятся вам в новом магазине. О котором, я думаю, вы уже видели видосики у других коллег, так сказать. Но, возможно, если вам интересно, то я вам сниму ролик о новом сезонном магазине. Если, конечно, вам будет интересно, то пишите в комментариях, что там будет. Кто не будет, или просто спрашивайте в Дискорде, в Телеграме, ссылка в описании есть, я тоже расскажу, покажу, если кто не знал, кто не слышал, что там будет, что ожидать. Так что битва кланов, в принципе, идет достаточно неплохо, уверенно побеждаем, 2-1, цитаделечку мы построили, и сегодня на стримчике будем ее успешно, я думаю, дефить. Вот она, цитаделечка, сегодня добили вместе с Серго, с моим любимым бубусиком ДД, все построили, все есть, все с нуля. Все своими силушками, шестая башенька. Решили ставить все-таки шестую башню, чтобы можно было в любой момент зайти, нажать осада и спокойно дефать, а не ждать 2-3 дня. Да, возможно, мы не будем принимать там фиолетовых, возможно, ну, золотых точно не будем принимать, фиолетовых, синих тоже под вопросом. Но посмотрим, сколько мы сможем заработать очей на шпиках, на обычных войсках, на зеленых. Серых, белых и, возможно, на синих. Посмотрим, потестим, поиграем антиклассом, посмотрим, сколько у нас будет потери, посмотрим, сколько мы сможем заработать тех же самых осколков, насколько это выгодно, невыгодно. Будем тестить, будем пробовать, будем что-то делать, как-то играть. И посмотрим, конечно же, сколько очей можем, сколько полок сможем заработать в нашей любимой битве кланов. А стоит закрыть, конечно, все полочки очень важно закрывать, поскольку там у нас немалое количество рунических монет. 500к. В новом магазине всем пригодятся, да, и не в новом, да и в старом, и вообще рунические монеты это самый важный, ценный, самая ценная валюта. Так что, ребятки, не стоит забивать на разные ивенты, все они важны, все они идут в общую копилочку, вот в такую вот, а потом, конечно же, стоит выкупать гарды, качать гарды, их собирать на шмотки, и когда собирается нужная сумма, конечно же, очень сильно рекомендую приобрести вам всем шмот Асгарда. Это прям топ вещи, ведь все мы стремимся играть в топ уровне, правильно?
Правильно. Поэтому все ивенты важно закрывать, и личные, и клановые, и стараться как можно больше забрать рунических монет. И будет вам счастье. Так что мы очень активно играем битву кланов. Сегодня будет стримчик, сегодня все сделаем, все покажем, подефим, расскажем, побудем. Возможно, будет даже розыгрыш. Да невозможно, а стопудово сегодня будет розыгрыш. Сегодня будет 15 победителей, так что если успею выложить этот видосик до стримчика, то повезет. Но, возможно, он появится во время стримчика. Не знаю, по времени не успеваю. Не успеваю по времени катастрофически. Ну, ребятки, кто не успел, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Будет у нас на этой неделе еще один офлайн розыгрыш. Так что ждите видосик, обязательно подписывайтесь на канал и следите за видосиками, за трансляциями. Будет у нас два конкурса уже как минимум точно на канале будет. Дальше у нас по плану, ребятки, будет битва королевств. Будем сражаться, сражаться, сражаться. После этого нужно будет успешно покопать золотые шахты. Золото богу, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Ну и с этим событием закончится Хольмгангом. Кто не знает, ребятки, Хольмганг нужно набрать как минимум 8 трилов моги. А лучше немножко побольше, подать заявку. И тогда на островах, в башенках вы будете сражаться против соперника. И этим замечательным событием закончится у нас эта насыщенная неделька. Надеюсь, в этот раз нам не поведется мастер, и мы с Серго попадем на более-менее неопытного соперника, и с легкостью сможем заработать как и наши любимые осколочки, так, конечно же, и победу. Вот они, осколочки, сможем заработать как можно больше осколочков. Но надо докачать асов, очень нужно докачать асов. Есть куча недокачанных асов, вот они все, вот они. Хеймдаль, Фрейя, то есть Тор есть недокачанный. Тут куча недокачанных асов. Всех их нужно докачать. Все они качаются с помощью вот таких вот замечательных осколков, которые можно набить в Хольмганге. Заработать осколков. И, конечно же, хочется одержать победу, забрать 200 рунических монет. Там можно заработать, а также кучу ускоров. Поэтому эта неделя будет очень насыщенной. Порадую вас и розыгрышами, и стримами, и видосиками, и всем-всем-всем. Так что, ребятки, как-то так. Всем, кому интересно же эта замечательная игруха, розыгрыши и все многое другое, то, конечно же, подписывайтесь на канал, ведь тут для вас старается ваш просто play for you. Всем огромное-огромное спасибо за внимание, всем, конечно, счастья, здоровья, ну и погнали стримчик делать. Всем покедова!